Бизнес рамадамызда более ава бизнес бекли. Ибет инсанун аятында не муим. Эрбір инсан ой аятында тылсымға более бір инана тылсымны бекли. Вельбетте бу тамам тылсым или бизнес более бір шындыге отырған мусафырымыз бағлы. Сәлемі достар, керчектен де сізге яқшы кейф видеоларыны бағышламақ масадыны студиямызға ажайып бір гүзел мұсафырыны дәвет еттік. Таныш олыңыз бізім студиямызда Валерий Дива, тылсымджы ве иллюзия устасы. Селям алейкум, здравствуйте. Селям алейкум. Добро пожаловать в нашу студию. Рада вас приветствовать у нас в гостях. Спасибо. Валерий, как было сказано, как мы сказали, представили вас нашим телезрителям, вы волшебник. Именно волшебник. Расскажите, пожалуйста, как вы вот, скажем так, попали в этот мир волшебства, с чего начинался ваш путь в мире иллюзий? Причем единственный в Крыму и лучший в России. Да вы что? Да. Классно, супер. Так как начинался этот путь? Ну, как у всех, путь начинается с дня рождения на этой планете. Да, безусловно. Я родился необычно, но самое главное, это не то, какой я нелегкий путь прошел, а главное то, что я стал волшебником. И я хочу сказать, дорогие друзья, что любой человек может стать волшебником. Для этого нужно просто огромное желание. Вот я в детстве посмотрел «Фокусника», и я захотел вот так тоже делать. Я увидел в фильме там волшебников, я захотел стать волшебником. Кто-то хочет стать космонавтом, кто-то летчиком, кто-то просто водителем. То есть у всех свои мечты. Но главное, друзья, это что независимо от специальности, каждый может стать волшебником в этой жизни. Потому что творить чудеса не только на сцене нужно, но и в жизни. Угу. Вот скажем, ну там, что угодно волшебник должен уметь сделать. Вот сам табуретку, сам самокат ребенку, что угодно должен уметь сделать. Угу. Я, скажем, и роды сам принимаю. И у меня 12 детей, вот моя Диана родила мне 12 детей. И я уделяю всем внимание. Я принимаю роды сам. То есть всех своих детей я принял. Уже 10 внуков, я тоже всех внуков принимаю. То есть в каждой семье должен быть свой волшебник, понимаете? Да, действительно, вы правы. Который будет знать, что сделать нужно в любой экстремальной ситуации, чтобы не растеряться. То есть самое главное, друзья, чтобы стать волшебником, нужно, конечно, желание огромное, но и большое трудолюбие. То есть нужно много работать над собой, по 5 часов над собой, по несколько часов перед зеркалом. Это и умение говорить, и умение двигаться, это и пластика, реакция, и координация. Угу. Вот, скажем, простой такой, как бы фокус. Вот, видите, перстень у меня, видим, да? Да? Вот я его беру, и он исчезает. Видите? Как бы это смотрится чудом, но вообще это очень просто. Вот я забираю перстень. Ага. Я даже вот камеру обманул. Вы нам открываете сейчас секреты? И здесь перстень, да? Но чтобы он здесь исчез, мне нужно его перебросить вот так. Ага. И я сейчас медленно перебросил. А когда я это делаю быстро, вот видите, чуть бросил сильно. Вот видите перстень, да? Вот. Я бросил так, что камера не успевает, глаза не успевают уловить. Вот это реакция стопроцентная, координация человека. У кого и где вы обучались этому искусству? Ну, я как бы подсматривал где-то что-то. Так учителей не было. Ну, только Аллах один наш, учитель главный. И я, в общем-то, учился, глядя, как происходят чудеса вокруг. Вот как бабочка появляется из кокона. Вот как из бутона цветок появляется. Я начал копировать. То есть мы, волшебники земные, можем копировать главного волшебника, создателя всего. Понимаете? Поэтому, но что-то я творю, настоящие чудеса, вот, скажем, там, я могу снять боль в нужный момент, я могу успокоить человека, то есть я профессиональный психолог, профессиональный режиссер. То есть у волшебника должно быть минимум 5 специальностей, знаете, у меня 10. Волшебник должен, ну, то есть тот может стать волшебником, кто имеет, ну, хотя бы 5 открытий, 5 изобретений. У меня 108 открытий и 88 изобретений. То есть я руковожу Союзом изобретателей Крыма. То есть много-много чего волшебник должен уметь. Но самое главное – это быть полноценным человеком на всех планах. Это самое важное, прежде всего. Нужно быть добрым человеком, в первую очередь. Потому что волшебник – это добрый человек. Понимаете? Вот колдун – это может быть там злой какой-то. Вы сказали, что у вас не было учителей, но несмотря на это, вы сами стали для многих наставником, так ли это? Да, я имею 1000 учеников. То есть, вот скажем, если
начинающие такие волшебники, скажем, фокусники, то все фокусники в масштабах всей Руси, это и Белоруссия, Украина, Молдавия, там, не знаю, все, что примыкает к нам, ну и в Крыму, естественно, все мои ученики фокусники. То есть экстрасенсы многие мои ученики, то есть психологи многие мои ученики. Я имею свою оздоровительную систему, я многих привел в порядок, потом они сами начинают уже другим помогать. То есть это вот, так сказать, все ученики, но сейчас вот я смотрю с экрана, все, кто смотрят, это уже будущее, могут быть ученики. Я вот предлагаю, например, сделать для вот вашего телевидения школу волшебников. Мы можем показывать и детям, и взрослым, как вот в компании можно творить чудеса, как в жизни не растеряться в экстремальной ситуации, что делать, чтобы не болеть, не стареть. Отлично. Я думаю, первым шагом к созданию этой школы будут те фокусы, которые вы нам сегодня покажете, потому что мы ждем, пожалуйста. Самое простое, это вот когда ребенок может взять веревочку и сделать вот такой простой фокус. Вот, скажем, две петельки такие, да, вниз, вверх, дунуть. Кажется, просто. Четыре движения. Но никто с первого раза не может повторить. Я проверяю этим фокусом. Но если кто-то сразу может сделать, он очень талантлив уже. Потому что здесь внимание, здесь каждое движение имеет значение. Понимаете? Вот. Если вы чуть что-то не так сделали, уже не получится. Вот. А можно я попробую? Да, пожалуйста. Вдруг у меня получится. Так. Раз. Два. Вниз и вверх. Вниз и вверх, да? Да. Вот видите, вы вверх сделали к себе, и уже у вас не получилось. А нужно бы от себя сделать. И это каждое движение нужно знать. И начинающим, так сказать, фокусникам, волшебникам, я показываю, они учатся, уже могут удивить. Вот три веревочки разной длины, да? Я, скажем, беру, складываю их по-волшебному. Говорю волшебное слово, и они становятся все одинаковые. Вот видите, раз, два и три. Супер. Видите, ну это иллюзия, восприятие. Вообще они все совершенно разные, как вы знаете. То есть вот волшебник, он может создать иллюзию, но в жизни, друзья, иллюзии нельзя брать в основу своей жизни. Нужно основываться на реальности. Нужно основываться на законах природы. Вот, скажем, лента. Да, обычная такая. Я работаю с обычными предметами. Вот ленточка. В любом магазине можно ее купить. Вот, скажем, Медея, вы мне поассистируете, да? Да, давайте. Вот вам ножнички. Вот режьте здесь. Режу, да? Да, режьте. Я сказал резать, да? Да. Ну, почти одинаково разрезали. Все правильно, вы не волнуйтесь. Я же волшебник, мы сейчас попробуем все это срастить. Вот я связал, да, волшебным образом, а вы отрезаете вот здесь под узелочек. Вот здесь, да? Да, да, отрезаете. Так, отрезала. Молодец, вот это вам на память. Ой, спасибо. Вот смотрите внимательно. Вот узелок у нас, да, здесь был. Вот магия чистой воды. Ленточка целая. Вот этому я могу научить буквально за несколько дней. Супер. Ну, за одну передачу. Скажите, пожалуйста, а вот какое волшебство из ваших больше всех удивляет ваших вот зрителей, кто это увидел? Родных, близких, возможно. Чему больше всего удивляют? Самое большое чудо – это рождение ребенка вообще. Но, скажем, всегда всех, вот и детей, и взрослых удивляет, вот, скажем, обычный шарик вот с виду. Да, ну, он может исчезнуть в руках. Это серьезная работа уже. Это несколько лет нужно работать над реакцией. Оттачивать мастерство, да? Оттачивать мастерство. Ну да, в общем. Я на прощание покажу еще одно чудо. А, хорошо. Вы сказали, что каждый может стать волшебником. А есть ли школы магии? Вы предложили открыть такую школу в рамках нашего телеканала. А вообще есть ли такие школы в России, школа Украине, тоже в Беларуси? Школа волшебников только существует там, где я живу. Вот я жил в Москве какое-то время, там была школа волшебников. Ну, сейчас, кстати, в Москве мои сыновья делают большую школу волшебников. У меня 5 работающих сыновей уже, принцы магии.
То есть я считаюсь королем магии. Вот. И в Москве сейчас два сына, в Сочи два сына. Ну, в общем, вот один здесь в Крым сейчас вернулся, женится. Так что школа магии, школа волшебника вот сейчас в Симферополе есть у меня. У меня много, вот, так сказать, детей татарского вот, национальности у меня занимаются. Один ислям уже ездил куда-то, даже за границу выступал. Им 10 лет всего лишь. Супер. Вот, и есть у меня много учеников вот здесь, в Крыму. Но я же говорю, что можно просто, вот, не выходя из дома, учиться, если бы мы им давали уроки детям. Я должен вам сказать, что школьная программа, она не развивает детей, она их зомбирует. А вот давать вот такие какие-то уроки, ну, того же волшебства, как, что, чтобы знал ребенок с детства, или вообще люди все знали, что делать, чтобы не болеть, не стареть. То есть элементарно, понимаете, есть много секретов, которые есть у природы, но люди их забыли, потому что тысячи лет уже, ну, скажем, отошли и от Творца, от Бога, от природы. Вот больше бизнес, коммерция, понимаете, этот научно-технический прогресс, он человека, в общем-то, ну, взял за горло. Правильно? У нас сейчас телефоны вот у всех, да, а мы должны телепатически общаться. Это возможно? Конечно. У нас есть биокод, понимаете, он в глазах, в губах, в кончиках пальцев. То есть можно сказать, что магия – это наука, так ли это? Это не просто наука, это реальная, так сказать, природа сама. То есть магия – это зрелищный эффект чего-то вот, что происходит в природе такое зрелищное. Вот солнце, вы видите, я, например, любуюсь каждый день солнцем, понимаете? Закат, там, восход, море, когда все расцветает, вот зелень появляется. Да. Цветут там у нас вот персики, да, яблоки. Ну, это магия, понимаете? Магия – это то, что реально, и то, что происходит вот, независимо от человека, оно все равно происходит. Но мы, люди, можем участвовать в этой магии. Вот видите, мы можем там ждать чудес от природы, а можем и сами творить уже много, посеять, да, сделать так, чтобы лучше выросло что-то. То есть это все магия. То есть наш труд – это магия и превращение чего-то, вот мы называем это трансформация, да, вот как куколка в бабочку превращается. Так может вот многое в нашей жизни трансформироваться в лучшее. Я это называю альтернативой. То есть когда мы избавим вот мир от плохого, это будет альтернатива. То есть преобразование ненужного и вредного в необходимое и полезное. Вот что такое магия. Вот. Супер, отличная беседа. К сожалению, она подходит к концу. Мы знаем, что вы приготовили сюрприз, но перед этим у нас есть одна хорошая традиция. Мы просим наших гостей что-то пожелать всем, кто нас сейчас смотрит. Вы уже сказали такие хорошие слова про то, что каждый сам волшебник своей жизни. Что бы вы хотели пожелать всем крымчанам, всем, кто нас сейчас смотрит? Ну, я самое короткое, что может сказать волшебник, это будьте добрее и живите вечно. Но мы можем жить вечно душой, но еще подробнее, берегите здоровье свое, оно не продается, его нужно формировать, беречь, берегите себя, берегите своих близких, самое главное. Любите природу, и вы станете добрее тогда. Супер, и ваш сюрприз, мы уже его с нетерпением ждем, так же, как и наши зрители, мы уверены. Ну вот, друзья, я сейчас покажу, как из простой такой баночки вылетит чудо. Но вы поймите, что это не трудно каждому сделать. И оно успокаивает нервную систему. И вы можете каждый себе это сделать и радоваться каждый день. Супер! Ура! Спасибо большое за то, что принесли красок в нашу студию. Пусть будет больше чудес в вашей жизни, друзья. Спасибо большое, что посетили нас. И на вашем телевидении. Спасибо большое. Спасибо за интересную беседу. До свидания, друзья. Кургинский базис дослал мы на Буле, Гузель, Мусафалер, Бугун, Бузде, Булунды, Бузге, Буле, Бар, Тылсымны, Корсетлер, Керчектен, Дейр, Бар, Инсан, Тылсымлы, Аятны, Истей, Буле, Бар, Исетмеге, Вияшамаға. Сағылы дослар, бұзым, яйнымыз есе сонына етті. Бүгін аджайып, шелер сізіне еч қалдырмасын, сағылы дослар, бе бұзым мұсафырымыз айтқан кібі, сіз де өз қолларынен, өз өмірізіні яраштыра білесіңіз. Бүгін жұма ақшамы, бе бұзым, яйнымыз сонына етті. Яқшы күнлер сізге, ве еліклерде көрішейік. Сауқтен қалыңыз.